Всем привет, ребят, с вами Вейдер, и мы начинаем выживать в Майнкрафте с модом на сумрачный лес. Всем привет, с вами Сэм. Да иди ж ты, ух, нифига себе. Так. Так. У нас нет ни еды, ничего. И мы начинаем. С этой минуты, с этой секунды. Выживать в этом прекрасном мире Майнкрафт на версии 1.7.2. Или нет? Да, 1.7.2. Чё ты? Оператив. Ага. Если вы начали волноваться, то этот кооператив никак не повлияет, то есть на мои видео, ну и на видео Сэма из обычного ванильного Майнкрафта с соло прохождения. Сэма вчера был выпускной, и мы бухали. Ага. И у Эйдера также. Ух ты. Толстенькая коровка попалась, слушай. А, тут дерево ходячее. Ага, да. Мусами. Это не важно. Да, это так. То последствия этого. Просмотра кинофильмов. Так, подожди, тут где-то ведьма лазила. Ты знаешь, у меня из соло прохождения такой плохой опыт встречи с ведьмами. Просто берешь меч и между глаз. Да. Как вы поняли, дорогие зрители, как тупо у меня остается пару сердечек, я уже еле-еле добегаю. Эй, ты где там? Да ладно, я найду тебя. Если ты как. Так, все, так. Раз. Раз, да. Ой, что я сделал? И вот так. Теперь надо забацать верстак. Держи меч. Так, ну надо же что-то пожевать, у меня еды чуть-чуть есть. Там была шахта. Мне интересно. Мне не очень интересно. Текс. Еще мясо. Давай тогда ищи ресурсы, шахту и. Дай скинь мне. Кого? Два мяса. Спасибо. Ну давай, ты вот здесь. Вот смотри, вон место для дома. Забац. Песок есть, все есть. Ну так бац, я буду деревья искать. Эти мукающие. Так, блин. Я не знаю, уголь весь добывать. Да, добывай. Я тут, кстати, тоже нашел уголек. Так, интуиция моя, конечно, меня подвела. Я думал, что здесь будет хоть животное, а тут нифига нема. А, нет, есть. Я так думаю. Тихо, я коров нашел. У тебя есть на чем жарить? Стоп, у меня походу сильно быстро. Ой, сильно громко. Да нормально, слышно все. 15. Так, я жарю мяско. Да. Я тогда. Тут у тебя сколько холода? У меня полтора осталось. Ну, у меня 2.5, можно сказать. Ух ты, ух ты, пух ты, горит лес. Ура. Что тут хорошего? Конечно, Майнкрафт. Ты поджег? Да. Отсюда факел он кинул. Ну да, о чем бы и нет. Хундаба. Давай жарь мясо. У меня, кстати, кожа есть. О. 6 штук. А, блин, все равно нагрудник не хватает. О, а 8, по-моему, хватает на нагрудник. Да ладно, ты что, не веришь, что ли? Чешу. Издеваешься. Так. Я нашел первое железо. О, вижу, башка бегает по минимапе. А где ты начал дом строить, слушай? Я дом нигде не начал, я под землей вообще. Я под тобой. Да нифига, ты не подо мной. Вот сейчас подо мной. О.
Минимапа, как всегда, спасает. Ты еду приготовил? Потому что у меня уже скоро дефолтное будет все. Возьми дерево побольше, и я скажу, когда... Ты издеваешься? Чем я тебя рубить буду? Пальцем? Булыжник когда будет. А можно и пальцем? Мой рабочий. Так. Ачивку получил, да? Кстати, она достижение. А, в сумрачный лес тоже есть. Ачивки. Давай. Карта. Такс. Два. Три. Так, что топор делать или кирку? Топор. Ну, я так и делаю. Нарубить дерево, потому что мне его мало. Мало, блин. Это сейчас такая жопа начнется. А я вообще в каньоне. И там три скелета. У меня компания уже. Плохо. Ты вот сейчас просто не поверишь, где я. У дупи. Нет, это в данный момент ты сейчас там. М? В данный момент ты сейчас там. Это точно. Так. Блин, кирка сломалась. А я сейчас, может, на дерево залезу, буду там жить. Ночь, точнее, проводить. Так. Ух ты, ух ты, ух ты. Ты знаешь, стрёмненько тут. Ох! Компашка! Ай! Ух ты, блин, ух ты. Ай! Ай! Зомби, уйди. Мы так не договаривали. Так, сейчас крафтану себе на. Я сейчас умру. Так ты пыхнись ко мне. А, не. Выжил. Освещай местность быстрее. Ой, еще скелет. Подожди, а какую кнопку нужно нажать, чтобы одеть нагрудник, если он у тебя есть, то есть в инвентаре? Правую. А, о, все. Черт, мне эта вода уже бесит. У меня кроме гнилой плоти ничего нет. Так. А вы там, наверное, сударь уже котлеты хаваете. Нет, сударь не нашел камень. Точнее, не нашел, чем его добыть. А, нет, нашел. Раз, два. Раз, два, три. Так. Ты знаешь, мне это как-то стрёмненько ходить. Раз, два. Ух, я пещеру нашел. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 и хватит. Так, а мне здесь ничего не получается. А, есть. Ты, у тебя ничего не получается. У меня тут скелет пришел ко мне. Ты поздоровайся с ним. Ты на его в сраку. Это ж милое существо. Да пошел в жопу. Почему? Так. Что он тебе сделал? Он должен сдохнуть. Это не спорт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Печка готова. Так, вот так. Уехал. Раз, два. Ой. Обожаю шахтевать. Особенно, когда на тебя одни скелетроны прут. Хоть бы хватило дерева. Я гауду нашел. И чем ты ее добудешь? У тебя железа нету или есть? Да, по-моему. Так. По-моему, 15. Сырая свинина. Во, все. Теперь хоть пожевать, что будет. Спасибо. Как это благородно. Что благородно? Так, тихо.
О, все, теперь все не так критично. Ай, у меня холод. Да, у меня как раз одна свининка. Типехайся. Может, ты лучиком? Ты издеваешься? Ну, у меня голду надо быть. Ну, у меня свинья. Ну, о, сейчас бы печально, если бы мы нашли алмазы. Да? Ну, и умирай туда от голода. Я огневую плоть пахал. Пока ничего плохого я не вижу. Пауки, скелетроны, вазы. Ничего плохого. Так, у меня первая железная штука. Имя. Я добываю золото. Где на золото? Нет. А мы как, будем всех боссов убивать или нет? Мы еще даже алмаз не нашли, чтобы в сумрачный лес отправиться. А я и про этот, и про тот. Да я не знаю, в принципе, можно всех. Но кто попадется, тот и умрет. Вот так. Тогда придется еще в ад идти. А там интересно. Блин, сколько говна повылазило, слушай. А сколько? А что, уже ночь? А, да. Че ты не сказал, что ночь? Я прикололся. Че ты там притаился? Да я притаился, я тут в дереве, короче, поставил, скрафтил печку. Сейчас уголь себе забацаю. Тебе принести? Древесный. Да у меня есть. И жарю сейчас мясо. Мяско. Ты будешь жрать свой этот... Ух ты, тут скелет с зачаренным луком. О, может выпадет. Чё, дурак? Там пауки. И у меня еще фиг знает, что они оружие. Хотя нет, оружие у меня хорошее. Блин, был бы таймер до рассвета. Ох, ой-ой-ой. Так, раз, два. Все, я никого не боюсь. Прикинь, тут вообще скелет как-то ворвался. Побежал на меня. Да? Угу. Это плохо очень. Не, нет. Нормально, я заныкался, так что теперь вообще пофиг. Вещи главное, не под... Не спасти. Там для меня в твоей берлоге места хватит. Ну как, она одноместная. Ладно, ты походи, что ты. Да сейчас, хочешь какую-то защиту сделаю. Так, кстати, о защите. Вот, блин, потушилась. О. Видишь, какая у меня берлога. Забирай там стейк в печке. Что ты там жаришь? Ого, вот это вбахал. Да ну, знаешь, что ты делаешь? Так, ну так теперь намного ж веселее и жить. Оп-оп-оп-оп, кто оп. Это? Ой-ой-ой, вот это! Давай, я вот этого буду рубить. Ты там. Ой-ой-ой! Что, вот нормально? Это ночь! Вот так, отлично. Еще килл. Где ты тут ванстап видишь, мне интересно. Там скелет. О, погнали, там по прямой беги. Там скрипи. О, я же говорил. Ой-ой. Есть. Ой-ой. Ой-ой. Оп, сдохло. Отрабатываем. Давай. Еще один крипера убил. Сейчас дорвется сейчас. Нет. Ура. А вот зомбарик, я его забираю. О, морковь выпала. Да? Свежая, да. Сейчас надо так, так. Ага, вот делать. Иди сюда. И ты, дружбан. Слушай, у меня тут дружбаны, у меня прям круг френдов. Так, и ты умри. Энтермен на меня заагрился. Че, дурак?
Сейчас, давай помогу. Не, я зомбарика буду. Так, я стрелы потихоньку. А чем я стрелы не собираюсь, слушай? А может у тебя инвентарь полный? У меня есть 4. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, пауки, все на меня прилетело. Тихо, давай, я 1 на 3. Давай, давай. Вот это жахнуло. Так, семечки, кого-то там пукан на орбиту улетел. Да не, не у меня, мой на месте, на стульчике. У тебя железный меч? Нет, у меня каменный. А. Да зачем я... Давай. Так. Марков, выкинь. А, сейчас, на, держи. Блин, я подсолнух пособирал. О, ух ты. Это ты, что ли? Кто меня ударил, ты? Зомби. Так. Надо... Сделать дерево и забор. И калитку. Ты зеваешься, я что, блин, тут жить буду? А хотя это идея. Хотя нормальная местность. Такс. Ко мне зомби идет. Кстати, это удочку можно крафтануть. Мне нужен один этот, один паучок для удочки. Да не удочку, а чулок. Че, дурак? А жрать ты что будешь? А жрать мы будем морковь. Ну, будет у нас полноценная еда. Так, тихо, я уголек нашел. Эйч. У тебя нет костяной муки? Ну, костей. Не, нема. А я ж скелета не убивал. А, это я в шахте. Ты видел, какую я халебу нашел? Сделал. Я уже морковку хаваю. Да блин, чё же он так долго? Я вижу скелет. Всё, ну нафиг этот уголь. Скелет, стоять! Говно. Ой, паук, паук. Так. У меня 2 нитки, у тебя есть еще одна? Есть нитка. А у меня даже 2. О, лук нужен. Нет, 4 стрелы. На, держи. Будь всего пострелять. На, держи. Нитку. Так, ух ты, блин, тут ведьма может где-то быть. А? Тут ведьма может где-то быть. Оп, оп, скелет. Оп, скелет, бот. Бот, скелет. Угу. Что-то новенькое. Вот я как думал. Оп, оп, оп. Оп, паренек. Все, косточка есть. Оп. Да че у меня не этот, не стрелы не собираются? Как? Ну вот так, я наступаю на стрелу, вот она упала. Не собирается нифига. Инвентарь не полон. Так. Это. Оп, коровки, коровки. Дерево. Это коровы. Такс. Вот это их тут стая. Разводить коров не будем? Там можно было. Бы. Ну так, а чем ты приручать будешь их? И курей. Ну все. И последний. И курятинку. Так, ну и все, пока хватит. Ликовас. Я прям как ликовас. Чё, блин, я думал... Собака. Это ты! А это такой... Да я чуть ли на тебя не нападать прыгал. Слушай, я такой стою, ты такой спрыгаешь, тут. Я думаю, корова. Да ну что ты делаешь? Дай вылезти. Ты ж покажу. Так. Блин. Здесь корова загорелась, смотрим на это зрелище. Да что там на нее смотреть? Убей все, и сразу будет тебе жареное мяско. Ай! Тихо. Оп. У меня горит крепко. Ну и что? Прыгни в лаву, потушишься. По-любому. Ну, инфосотка. А ты возле дома вайпоинт поставил? Нет. Это ты должен был ставить его. Ты оттуда последний выходил. Ой, блин, жопа. У меня пробы. Такие. Ты опять забыл дедом? Нечего хавать. А у меня есть что. Есть что по мне очень.
Нате, да вернись ты назад. Эти края. Вот живы. Ну и ладно, у меня мясо все равно. И у меня. Ну так а что ты мне мозги паришь? Эти. Давай, собирай дерево, делай калитку. Так печка сверху стоит. Там золото переплавлять. Да, ты меня заколебал. Не надо. Офигевший вообще. Третий раз уже меня долбинишь. О, мои вещи. Да. У тебя, кстати, смотри. У тебя кожа есть? Кожа. Сколько? Ого, вообще отлично. Так, сейчас будем себе... Тебе трусы сделаешь? Стринги? Нет, я тебе сделаю. Не надо мне стринги. Я себе лучше железный сделаю. Ой, что-то. Оп, все готово. Так, еще надо одна кожа, и у меня будут ботинки. Они проще? Ну, ладно. Нет, не проще. Я буду ходить в этот... Все от природы. Буду использовать. Так, шо. Я тоже от природы, железно. Что тут? Что тут? Все только же от железа. Так, блин, нужно же дерево нарубить. Так. Блин. Так, что такое? Это у тебя там стреляет или у меня? Да не. Тут ты дерево копаешь. Ну. Да серьезно, что-то лупит по мне. О, это ты? Я дерево пришел помочь. Так серьезно, тут стрела только что улетела. Ай. Сколько у тебя дерева? У меня. Там у меня 4. 11 темный и что-то там. И 4 дуб. Ну там, я думаю, без съемок построим. Чтоб не скучно было. Да чё, мы здоровый дом будем, что ли, строить? Все равно мы будем уже этот, как бы... Дом хороший строить аж в сумрачном лесу. Мы пока даже алмаз не нашли. Что ты творишь? Семечки собираю. Семки от Вейдера. Попатька с нами, да? Ага. Ой, древесина, карты. О, блин. Арре. У меня аж мерехтит перед глазами. Так. Это как прямо в анекдоте тоже. Прикинь, едут две блондинки по скоростной трассе. Ну и одна ж... И прям, ну все, на огромной скорости, и она ж тоже мерехтит перед глазами. Говорит, жалуется другой и просит уже прям из последних сил. Говорит ей, ну притормози, у меня уже все мелькает перед глазами. Та такая оптимистически на нее смотрит. Говорит, у меня тоже. Так я нашла решение. И какое же? Сделай как я. Закрой глаза. Все, нефиг делать. Так. Изи. Ну да, так, тихо, тихо. А ну я сейчас глаза закрою. О, блин, вообще в дерево вошел. О, все, хватит реально. 33 пшенки. Нормально. На, держи, садовник. Лёу, вот она, вот она, вот она. Пойди сундуки сделай. А у меня есть один уже. Давай, куда его вбухать? Там где-то. Где там? Возле хаты или где-то здесь? Да возле хаты, конечно. Пока огород будет небольшой. Ага. Так, вот блин, нам нужно нормально хоть хату, хоть кое-как обгрейдить. Потом я огород переделаю. Стоп, нет, ладно.
уже не так. И вот так. Так вот. Теперь. Теперь кому-то на себя пью. Так, 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 так. Выравниваем. А сколько ты мне давай там иначе? 37 у меня. Ну. Не, у меня было 33, знаю, у тебя еще пшеничка была. Ты же имей в виду, я сейчас строю этот, ну, как бы, вообще, угадай, из чего наш дом. Только не говори, что из говна. Из говна. Все по евростандартам. Тихо, вот сейчас реально кто-то меня выстрелил. Стоп, у меня что, забор кончился? А, есть. Ну, примерно пусть будет такой. Вторая ночь. Ты чувствуешь запах? Ты что, сиранул? Да не. Это ты там? Фу-фу-фу-фу. Ну... Так... Эй, месье, вы здесь? Ну да, у меня тут стройка идет полным ходом. Из китяга? Ну да, без крыши. Галя! А, Галя! У нас было одно. Тихо. Ситуация. Воп. Воп. Артовод. Тихо. Раз. Там, не блин, знаю. Не хватило. Ну, по-моему, получилось нормально. Ты сейчас придешь, просто офигеешь, какую я хату забацал. Шо ты? Ядрён батон. Клёво, да? Шо ты сделал? Ты олень. Отстань, отстань, уйди, уйди. Харе! Я из этого настроил. На, вот, построй с этого. Еще с одного говна. А! Так. Не. Тихо. Что за голда твоя? О, железо. Куй железо пока. Угу. Так, у тебя кожи нету? Ой, паук сзади. Спасибо. Тихо. Да блин. Скорость ниндзя. Угу. Хо-я. Хунс ханс хунс. Угу. Это китайцы. Да не, я просто вчера такси смотрел. Такс. Блин, ну... Ага. Посмотри такси. Лайк. Ага. А кто не верит в то, что Сэм смотрел такси? Репост. Ого, ого! Нет, ты шо, я строить хату не буду, я буду веселиться. Я хотеть веселиться. Сдохни. Умри. Ой. Ого, ого. Ух, мелочь пузатая, мелочь пузатая. Не наша ж песочек. Блин, у меня меч скоро закончится. Давай, иди сюда, говнюк, давай. Ой, я его топором вообще сейчас забахаю. Ого! Ого! Это ты только что? Да откуда? Стоп! А где наш весь уголь? Иди сюда! Подожди. Что уголь есть? Ты понимаешь, у меня тут полная жопа? С пацаном шёл. Что, какой уголь? Иди поставь. А! Мне надо стекла сделать. Ай, говно. Оп-оп-оп. Так, тихо, тихо, подожди, я хочу паучка убить. Ой. Ой, паучок. Ой, жопа.
Так, на, держи, Валёк. Всё. И на, сам строй. Ну его нафиг. Чёшь, у меня здесь жопа полная. Да? Сейчас я тут тебе повыкладываю. Крипер! Где? Чё, блин, ты дебил? Я думал, у меня крипер. Так, ну всё. Аля, 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 у меня трусы. Ой-о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 й. Говно, говно, говно. Всё говно. Полное говно. Тихо. У меня тут скелет и паук были. Так что всё не такое же говно, как... А где уголь? Ёпти. Да, да я тебе положил. Да там же чего нету. Так я не в печку ложил. Я в сундук. Вот это ты красава вообще. Что? Да, у тебя внешний вид вообще чёткий. А где уголь? Ты уже его... Ты у тебя он. Уже у меня, да. Что за мерзо? А дерево здесь? Так, всё, я гулять, пока у меня меч не закончился. О, пойди как раз косточек подобывай. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я пришёл. Бомбит Обхана. Не, меня реально напрягает, что у меня меча чуть-чуть осталось. Железо дать? Да не, у меня железо есть. А, ты каменным до сих пор хилишь? Ну так а шо я, добро пропадать, что ли? Ого-го-го-го-го-го, двое. А ну давайте, рукожопы. И ты. Ой-ой-ой. Вот это хорош вообще. Да ты задолбал, шо ж ты не дохнешь? Я слышу одни взрывы, а не то, что ты там. Ну так я ж тут всё спланирую. Смотри, так, косточки. Стрелы. А как насчет? Что, шо тебе? Что там у нас по времени? А, я не знаю, я не смотрел. Давай достраивай вот эту халабуду, что ты сейчас строишь. Ой, не-не-не, так не пойдет. А, кстати, железка. А где дерево дуба? Железка. Так, давай, я сейчас крафтану удочку. Удочку? Да. Ну. Так. Вот так. И раз, два, три. 5, 8, 3. Раз, два. Все готово. Оп, оп, крипер. Давай я б тебе меч доломаю. Да ёпти. Так даже лучше. Сейчас об тебя меч доломаю, честно. О, нет. Ой, друган, друган, я тебя должен убить. Ой, ой, не, вас много. Да ёбня. На, попади в своего рукожоп. Так, всё. Нас пробуем. Нет песка. Ох, отлично, и ты умри. Да хоро их там всем кранца. А чё, нет, я развлекаюсь. Я провожу сейчас досуг. Ух, а ничего так, слушай. Да, я. Если что, в следующей серии алмаз найдет. Не, ну... Реально кто-то в меня тулит. Нате семечками по башке. Ах ты, падла. Жуй стрелу. Ну тихо, стой. А, так это ты жопошник? Ты да жопошник. Нет. У меня железная кольчуга еще целая почти. А у меня? О, у меня все половинное, в принципе. Так, достраиваем дом и тайм-аут. На перекур уходим. Оп. О, о, артоводы, артовод. Тихо. Ты. Вот, блин, американская шлюпка. Крипер. Я так и понял. Оп-оп-оп, оп, паучки, 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 спайдики, спайдики, спидики. Это ж спидики. Спуди. Нет, это, может, у тебя и спуди, у меня спидики. Спуди. Так, 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 а ну иди, иди давай сюда, сюда, иди ко мне. Оп, все, умер паренек. Все, нагнули, все, что двигалось. О, все, теперь собираются.
Стрела, только это муть не было. О, так выкинь ей. Так, подожди, я зомбика заберу. На. Хорош. Надо шепот как-то копить. А чё у нас сырая говядина валяется? Потому что я ее туда положил. Кожи у тебя нету? А, нет. Не, ну ты... Семечками в глаз. Беконом. О. Ах ты жопошник, а ну иди сюда. Да тихо, стой, стой, стой. Нам нужны стекла. Ой, тихо, тихо, стрела. Отдай мне. Вот она. В сундуке все. Не, ну... Ах ты, это все ты! Ах ты, жопочник. Сюда иди. Сюда иди. С лопатой. Ага, так вот кто меня тулил. Твою. Тихо, подожди. Твою. Я тут, я стрелы собираю. Тю-тю-тю-тю. Понимаешь, у меня холодное оружие, семечки. Ого, у кого это рванул пукан? А, то это я пукнул. Ты не обращай внимания, то... Понятно. Это Стив что-то не то съел, походу много сырой говядины. Фу-фу-фу-фу. Получи костью, ебали. Ах ты сука. Все, 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 подожди, у меня хавки нету. О, кости так выложь. Я сейчас пойду. Хавки нету, жуйки нету, всего нету вообще. На, держи. И стрелы на. Вот, 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 вот хавка, вот здесь. Не, ага. Там вот, не. А это стекло. Вокруг сплошное наебало. Это точно. А шо это за нафиг? Это шо, гопота пришла, разбила окно, да? Ты говоришь, а-а. А чё там? Давай. Пройдёмся по мелочи. Оп, оп. Сарай, блин, ну ладно, сойдёт. Так, я схожу на огород. А, нет, я рыбку пойду ловить. О, косточки возьми. Я буду рыбку ловить. И ты в пень. Так. Блин, а я не знаю, в текстурпахе хоть видно, когда рыба клюет или нет. Я, кстати, с вами ещё не пробовал. Ох, и не попробуешь. А может, скажем название своего текстур, чего все знают? Да, все знают его. Я думаю, такой текстур точно видели. Дверь какая будет? Двойная? Да, давай. Пусть будет двойная, ладно. Так, чё-то не клюют. Чё ж, как насчёт это? Финиш. Да блин, что такое? Нет, иди возле дома, возле недозаконченного дома. Где финиш? Я его дострою со съемками. Придумаю крышу. Разровняю место. Посмотрим, что с этого. Ну не знаю, как там. По-моему. Да нормально, чё-то. Чё ты паришься? В доме или на крыше? Давай в доме. Давай на крыше. Да ты издеваешься, да го в дом. Чё ты жопошник? Ну ладно. Ну ты все это вообще, это конец, это все это. Уйди. Тихо, 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 тихо. Тихо, стой, не собирай вещи. Кто-то один пусть соберет. Да я свои соберу. Я твои подобрал. Ах ты жопа. О, стекло мое. Так, давай, моя бронь. Брой моя. А, она, скорее всего, уже поломалась. Это. Давай, давай, давай. Кирка у тебя. Давай сюда. Тихо, вот еще. Кирка, удочку давай мне. Удочку. Остановись мое. А еда. Натуре. Давай. Держи. Ну, и на еще три. Кожу на. Давай. Блин, три. Нужно четыре. Нет, пять. Нет, шесть. Шесть надо. Ну все, давай на крышу. А на крышу дома. Давай его. Так. F5. Ну что, ребята, вот так. Мы построили хатку. Может, на следующей серии или еще дальше мы отправимся в шахту. Может, даже я с Камджетом пойду. Такие мы уже в броньке. У Камджета шило в жопе, он не может стоять.
Иди отсюда. Да, да иди ты в задницу. Вася, Вася Роман. Ну все, а я с вами прощаюсь. И напоминаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вейдер и вот этот вот создание. Давай, скажи, как тебя зовут. Так, создание ушел отсюда. И... Да не пошел бы ты. Ты видишь, вами... я развернутый. С вами был Сэм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего хорошего. Пока-пока.